Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе OnAdPack. Хочу поделиться с вами своими результатами и высказать свое мнение по этому проекту. Ну, давайте с результатов. Вот на балансе у меня в данный момент такая вот сумма. Мои кредиты. И у меня куплено АД пакетов. 10 пакетов. Значит, здесь можно вводить теперь сумму вручную. Они все сделали. Значит, здесь галочки стояли. А здесь как бы резервный счет. Тоже идет какой-то процент сюда. Когда будет здесь 1 доллар, можно купить пакет. Значит, теперь мое впечатление о проекте. Проект, конечно, хороший. Плохого я о нем ничего не могу сказать. Но, друзья, этот проект, он, как бы это так сказать, для более состоятельных людей. Потому как минимальный пакет стоит 1 доллар. Все замечательно. Но минимальный вывод отсюда 10 долларов. Я в первый раз, когда делала видео, когда проект стартовал, 5 долларов я сюда закинула. Как я сказала, минимальный вывод здесь 10 долларов. И за 5 долларов, то, что я как бы закинула, да, мне этого мало будет для вывода. Значит, здесь я еще докинула 5 долларов, как бы, итого у меня 10 пакетов. И здесь 130% идет за месяц. Здесь вот статистика, сколько я вот пакет, 2 пакета идет, как бы, вот когда 100% должно быть, это за месяц. И я получу уже 13 долларов. Мне меньшую сумму будет не вывести, и она что, будет здесь в кабинете висеть. Правильно. Вот. И я закинула еще 5 долларов. Вот. Чтобы мне была сумма на вывод. Далее что? Как я сказала, здесь можно собирать кредиты без вложений. Значит, вот эти видео... Вот эта рекламка только для тех, у кого есть АД-пакеты. Просматриваю день 10 рекламок. Чтобы шли начисления. Ну, как и в любой другой рекламной платформе. И зарабатывать кредиты без вложений. Вот здесь кредиты. Нажимаем вот на эту вкладочку. Нас перебрасывает на такую вот страничку. И чтобы зарабатывать кредиты, вот сюда вот, по 0,5 кредита за каждую рекламку просмотренную. Сюда вот на красные буковки нажимаем. Вас перебрасывает на страничку. Идет вот таймер. Разгадываем далее капчу. Я показывала в прошлом видео, как это делать. И нам начисляют кредиты. И таким вот образом можно без вложений как бы набирать кредиты и потом уже покупать АД-пакеты. Так, я возвращусь. Так, теперь что? Я здесь закинула, вот одна рекламка у меня работает. И что? Мне больше пока недоступно. У меня 590 кредитов. Нажимаю сюда. Push the slot. И что мне пишут здесь? Смотрите. Чтобы разместить рекламку, нам... Так... В то время, как кредиты используются, когда ваше объявление посещается, слоты вечно никогда не истекают. Предварительный просмотр. Значит, что мы делаем? Чтобы разместить рекламку, нам нужно купить один слот. Я за один слот, у меня размещена одна рекламка. И здесь что нам пишут? Один слот, 500 кредитов или 10 долларов. Вот.
Если мы вот так нажмем. У меня там 500 кредитов. Я сейчас вот чисто попробую, спишутся у меня кредиты. Куплю я один слот или нет. Так, и предварительный просмотр. Ага. Нет, только за деньги, друзья. Я думаю, у меня спишутся мои кредиты. Понятно. Ну ладно. Покупать я здесь больше ничего не буду. Буду ждать, когда у меня через месяц сумма. И уже тогда буду выводить. У этого админа, друзья, есть еще три проекта. Так, да, три проекта. Трех из них я есть. Но я там не работаю, я ни видео не писала, ничего. Работают, платят. И он как бы специализируется на трафике, на рекламных проектах. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Еще один момент. Значит, здесь бывает циферка. Ну, вот, вот здесь циферка 1, где-то здесь. Ну или цифра 2, вот сообщение как бы от администрации. Нажимаете на этот значок, на циферку, у вас появляется письмо. Вы читаете это письмо. Я так делала уже 3 раза. Потом нажимаете на ссылочку внизу странички, вроде бы так. Вас перебрасывают опять на страничку проекта он Edpack. И вам начисляются 30 кредитов как бы за прочтение письма. Ну вот у меня так было 3 раза, и мне вот 3 раза по 30 90 кредитов уже. Ну, в принципе, на этом все. Смотрите сами, надо вам этот проект, не надо. Но да, он такой для более состоятельных. Я смотрела видео на YouTube. Все заходят по $100 сюда как бы вкладывают для более состоятельных людей. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!